Давайте продолжим игру Battlefield 4. Главный ролик Казаченко. Информация, которую вы добыли, певец такой, знаете, вот, вот один в один. Больше нет. Китайцы уничтожили его на картинке ударом. В начале. Это территория Чана. Если от нашего флота. Давайте в паузу уйдем. Они теперь как слепые. Все, дал я вам цель, давайте идите и убейте их все. Вот так, Рэг. Ну что, я не пойму, танк накуренный какой-то, что ли? Стреляй в эту тварь. Конечно. Я думал, вообще никогда не стреляю. Меня чуть не убили. Меня чуть не... Вообще в жопу мне стрелять, вы видели? Я вообще ничего не делал, стоял в стороне, никого не трогал нахрен. В седалище мне, блядь, прорвали, как эту грелку разорвали на. Че там, машина, может, взорвалась или. Вот они сидят здесь, буксуют, блядь. А я тупица, туда лезу куда-то вперед. У меня, по-моему, дудка другая совсем. Мне вот это... Ой, нет. Где дудка-то? Вот эту мне надо. А, она же, значит, была. Веду огонь на подавление. Давай. Матрёха. Может, тут сами как-нибудь с краешку продернем. Все. Ну, кто на новенького? На старенького. Пицца. Ты чё сидел, ждал тут? Дурилы картонные, блядь. Смотрите, жучар, блядь. Убежал! Убежал нахрен! Только пятки сверкали. Не смог я его в пятку убить, как этого барбоса, блядь. Ты что ты за конь-то, блядь, такой, а? Я никого и не вижу. Нет никого. Вон они. Убираешь дубку свою. Колдуй, баба, колдуй, дед. Вон она, морда. Вот это вот пылюка уже бесит. Это или вода, или пыль какая-то дресня. Уже выбешивает. Ни черта не видать. Но. Куда ты кидаешь тут, дурила, себе за шиворот? За шиворот себе кидай. Ну, и... Кто там? Где там? Как там? Четыре танкиста, собака, блядь. Ох, да ничего себе, орел, блядь. Стай ворон. Кто вот сейчас у меня прижучил? Кто это вот пуляет? Че это, кто это вообще? Чуть не сдох я опять, на. Кто пуляет? Давайте там отмечайте врагов. Кто тут? Что за басоты? Вот крокодил какой-то, блядь. Это наши? А, да, наверное, сейчас на танке поедем, я помню, что-то. Нет, не на танке. Ну, стреляй вот в эту хреноту-то! Пес ты вонючий, давай, стреляй! Стоят, блядь, сопли разжевывают. А, нет, вот все, значит, правильно. Не очень мне нравится. Я не знаю, как вот у меня друг его постоянно в танке мутит. Часами, как, чего интересного, не знаю. Я не фанат этой игры, танки. Я вообще ни разу даже ее не видел. А почему? Потому что я как сажусь за танк, ну, 10-15 минут, у меня уже начинает подбешивать. Потому что интерес я никакой не испытываю. Наверное, он пропал с возрастом, скорее. О, моего возраста тоже. Ни хрена, не, у нее не пропал. У меня пропал все. Чё, ну что, кто там? Что там?
как он, блядь. А это кто это? Да плевать. Кто это? Это не наш. Погодите, я тут с морда у меня застряла, блядь. Я стреляю в машину бесполезную. Есть, нахуй. На жопу посадил этот мерзавца. Кстати, у меня тут вылеты были. Это вот с вентилятора я поставил. И мало мощности было. Я их поставил на тихую. Ну, сейчас они тоже тихо работают, но все равно карте не хватало. И пошли вылеты. То есть перегревал с карты. Я нахрен все разгоны убрал. Вернее, не убрал, а на память немного снес. А то просто это плохо стало. Я сейчас заливаю HDR, сильная нагрузка, и жалко карту. Карта не новая, нахрен загнется. Только сейчас сделаю профилактику. 10 градусов снял с карты. Нету танка. Вон, корыто какое-то выехало, блядь. Лобовая, блядь. Быстрый парень. Блядь, рука не поднимется, да плевать. Гусеница поднимется. Машине пиликала кормушка, играл просто. Опа! Ничего себе, блядь. Лихач, блядь. На тебе в седалище. Вот смотрите, в седалище. И... Вы видели? Это какой-то бессмертный танк. 25 тысяч раз. Куда бы ни стреляй, никакой разницы. Ну. По крайней мере, в этой игре, блядь. Блять, нас сейчас накроет здесь. Сейчас эти черти там с гранатометами, безумцы, блять, они самые опасные. Да. Никого я не вижу. Че вот он встал здесь и все, да плевать, мы вот так сейчас проедем. Ё-моё, застрял, не вошел. Бля, уж и разработчики тоже, бля, могли бы рассчитать тут. Да? Это миллиграмм-то уж. Че, так вылазим, что ли, нахрен? Что-то я не с той стороны вылез. Что-то у меня вылет произошел. Я не знаю, что-то с компьютером творится. С того ни с сего начал глючить в легких. Ничего не могу наладить. Все-таки, наверное, 3600 не хочет работать. Он. Я сейчас 3500 поставил разгон памяти. Потому что что-то мне не нравится, но не хочет он, мне кажется, 3600 работать. Посмотрим, как сейчас пойдет. Под башню бью ему под башню, он все равно не дохнет, но. Какой-то пес, как он через танк перепрыгнул так быстро. Такое место еще, блин, с этими танками не очень. Я вообще нравятся мне эти танки. Мне нравится разнообразие, но вот именно в этой части не очень мне эти танки нравятся. Я, кстати, это поле уже прошел один раз. У меня нахрен повисло все. Не могу найти причину. Не... Думал, видел, но ни хрена не видел. Дополнительный вентилятор поставил? Нет. Все-таки, наверное, 3600 не хочет работать.
Что это такое наверху у меня? А, это пулемет, господи, я думаю, какая-то кишка торчит. Нормально он так прижег мне, да? Мерзота, блин. Блин, сколько раз нужно попасть в эту мерзость, блядь? Надо наполнить это боеприпасы-то. Смотрите, у меня жизнь-то. Где вот эти механики-то, которые ползают? Вот здесь у меня висяк, блядь, сорвался. Оба, видите, спамится как-то. Есть, да. Какой-то легкий танк, видать, блядь. А может просто в морду им и бьешь, они сдохнут. А когда бьешь в жопу, они ни хрена не могу подбить их. Что из-за хренососень? Оп, выполз, выполз, смотрите-ка. Мерзота, блядь. Давай, ну чё? Жопа с ручкой, блядь. Перезаряжает годно. Там человек ползает, блядь, с этими железками. Даже поленился я разворачиваться, да, к нему. Излишней самоуверенности. Я думал, вон там танк белый. Вон точно, видите, как спамятся они? Видели? Раз, появился это... На букву П. С ручкой. Вот она ездит, вагонетка-то эта. Он меня попадает, я в него попасть не могу. Как так возможно? Он меня подобьет сейчас здесь. В таком положении, блядь. Сколько можно один танк убивать? Я вообще понять не могу. Что происходит-то, я не пойму. Что это за дресня происходит у меня? Вон какие-то хорьки там были, видели? Пздели-пердели там на этом, на веранде. Да. Я помню, что туда ехать надо. Там веранда сейчас будет, тут тоже что-то вроде чуть-чуть. Будет какая-то канительная. Пздели-пердели, кувыркались. Вот так вот и кряхтели, и пердели. Все, да, все, вот. Там уже какой-то хорек на меня целился, видели? Ёх ты, бля, хорек, тут хорьков. И все с гранатами, все мерзавцы, блядь. Да что ты, блядь, не убьете-то эту тварь? Все мне достается, блядь. Где у меня дуделка-то? Что-то вперед не переключается, только назад переключается. В другую сторону этого здания должен быть мост. Мост хрен привез. Вон они сидят, как тараканы эти. Я помню это место. Я один раз прыгнул туда и сразу запомнил вообще жизнь. Куда ты ножик-то достал? Дурил это картонный, блядь. А тут нет никого уже. Чё он, блядь, мне достал нож и не хочет убрать? Чё за дерьмо-то? Вроде и не заставка. Господи. Ты чё, дурак? Продром до костей. Блядь, с ножом. Нас осталось всего четверо. Нужно идти дальше. Там всё как на ладони. Там он вообще ничего не делает. Нам нужен план получше. Опять глюк какой-то. Туча расходится. Шторм стихает. Нам нужно спешить. Не нравится мне такая херня, вы спятили. Мы вчетвером против целой армии. Мы подробно обсуждали это задание с Гаррисоном. Он прекрасно знал о риске. Нет, это вы обсуждали. Обсуждали все за моей спиной. А в чем проблема? Не нравится, что у вас в отряде женщина? Женщина для меня не проблема, а вот лжецов не переношу. Пойдемте. Нам нужно выполнить задание. Подумайте о людях, оставшихся на Валькирии. О всех тех, кого вы спасли. Че вы базарите? Давайте это, вы че, обалдели что ли? Че вы смотрите на меня? Давай берите быстрее вон это. Говно разгребай.
Куда матрешку делать? Помоги мне, Рекер. Ну давай помогу, что тебе? Колоть тебе, что ли? А. Появился эта точка. Она что-то скрывает. Присматривайся. Идемте дальше, но побыстрее. Ты что, ты дурак, что ли? Что, с ножом-то я буду ходить, что ли? Я не пойму. Господи, меня пугают эти вещи, да. Реально пугает, да. Что-то вылет перестали, блядь. Может быть, как говорят, сплюнь, да, но я приметы не верю, это религия слабоумных. Но бывают такие совпадения, что что-нибудь ляпнешь и... Ну точно, 3600 не давало мне разгон памяти. 3600. Тайминги надо было еще выше поднять. Да нахрен плевать, я оставлю 3550. 3533, что ли, там. Через автобус. Сейчас на одну сбавил. Нет, у меня на... пулялка. Эх ты, вот этой, да. Эх ты, бля, повеселимся, да, хер. Эй, мама дорогая. А весело же, да? Ну весело. Эх ты. Весело. Сейчас, блядь, будет жарко, блядь. А как туда перейти-то, я что-то не пойму. Уроды, блин. Вы что бросили-то меня, Игорь Вячеславович, вы бросили? Как вылезти-то из этого говна-то? О, господи, я вообще зачем в него зашел? Зачем я в него вообще зашел, бля, в эту дрянь? Я думал, проход через него. Вот-вот, бежит. Дайте. Да. Ладно, хватит забавляться. У меня и такие вот есть. Как грязи, блядь, всяких, да. А чё мы сюда припёрлись-то? Оба, ничего себе. Тихо. Бля, присесть надо. Бля, унесёт нахуй. Вот здесь я смогу перепрыгнуть? Эх, тупица, бля. Реально, бля, реально затупила. Сейчас что-то здесь будет, по-моему. Да. Вон, хорьки. Провалился с... Куда они проваливаются, смотрите. Чисто! Встаем! Инопланетный куб, ты кто-то поставил. Доктор кто? Ну бы чё, блядь, я бы отодвинул бы, один бы. Все, пошло, поехало, блядь. Все, сейчас меня туда унесет. Гадать нечего уже. Не оставим, на. Машину не можете отодвинуть, блядь. Барбосы бестолковые, на. Куда вы ее двигаете, да? На себя чуть-чуть отодвиньте, на. Я бы не сказал, что мост наклонился тут. Это вообще сделано, на машину села. Надо ее туда отодвинуть, край, вот этот край чуть отодвинуть машину, борду. Я свою пятнашку сам, блядь, двигаю один. Все, вот и дождались нахрен. Выкидыш, блядь. Под воду. Ну чё ты, вставай, пошли домой, перешибнем. Он сам, видать, рулит, что ли. Пойму, сам плывет. Плыву. Водичка-то, наверное, не тёплая. Да хотя почему не тёплая? Просто шторм, да? Ледяная. Может, и... А, вот здесь ледяная? Ну ладно, чё, извини, мужик, херню с паром. Всё, блин, с какой-то... Господи, пугают меня эти вещи. Где у меня другая пулялка? Мне надо обрез сейчас брать. О! Дудеть-то чем мы будем? Так, что, ручной пулемет не надо нам? Вот она. Все, поперли, ребятки. Точно, прекратились вылеты. Я что только не делал. Я думал, видюха глючит. А.
Вентиляторы корпусные не раскручиваются как надо. Оказывается, ни хрена не видюха. Наконец-то мы спрятались. Я и разгон снял с нее, и все. Второй день мучаюсь, не могу понять ни с того, ни с сего. Оказывается, наверное, в доме потеплело. И начались проблемы. Больше 3600 не поставлено. 3500. Не-не-не. Тебя-то кто спрашивает? Нахрен рваться за этими там, блядь, 2 ФПС. Ага. Подтвердим координаты. Черт меня дернул, блядь. Ну иногда хочется, знаете, есть такая черта у людей дебильная, блядь. В жопик заколет нам. Надо и все. Такие риски, стримы, в записи у меня. У меня все работает. Если я не записываю, вообще все у меня на разгоне идеально все работает. И 3600, и все. Ну, все у меня тут есть. Ну. Не надо это доставать кишку. Где они? О, слышите, это, слышите, говорю. Видно сразу это. Черти там где-то. Чертятся. Наземная команда и несколько. Черти жопами чертятся. Куда ты пульнул-то, блядь? Блин, такая хорошая дудка, блядь. Все испортил я. Ничего не смог сделать, блядь. Да ладно, давай уж стрелять. С говна из этого. Ё-моё, сейчас я тут нахлопучу, блядь. Вон чёрт какой-то бежал. Свинота, блядь. У меня ещё никто не уходил, блядь, да? Там ещё одна тупица вон сидела. Да быстрее перед... Блять, бочка еще здесь добавок, нахуй. Теряемся, нахуй. Перегруппировка. Ну есть, нахрен. В жопу мне пулили. Гадалки не ходить. Пулили и пулили мне в седалище. Что у нас тут? Наземная команда и несколько стрелков. Вот надо было как-то. Чё ты там сел, тупица? Блять, свой, как ты оказался здесь? Чёрт тебя... Я думаю, там что... Ещё один попался, мне кажется, да? Там не один же выпрыгивал туда. По ногам нахуй чё-то. Как вот он, блять, сюда прибежал, этот... Ещё один козлёнок, блядь. Наверху там лупит в меня. Вон, вон, чудовище, блядь. Нет, сдохли, блядь. Свою, видать, прикрыли, блядь. Келебеле, блядь, не беле, не келе. Откуда вы вываливаетесь, мерзавцы? Хобота, блядь, со всех сторон, но. Блядь, свой тупорез. Чего он меня стрелял-то, я не пойму. Кого там сзади стреляет? Вот меня и завалил, наверное, вот этот. Я его уже даже прям... Он стоит, а я и все равно стреляю, ду срачки. Обозлился я как на него, да? Вверх по лестнице, Рекки. Да все, иду я уже там. Лечить меня будете. Я переводить буду из-за него. Порезали. Все, надо ждать их, наверное. Вот именно. Ты для меня ничего не сделала. Кто-нибудь открой, открой, прикрой. Вот эта мне тема напоминает, знаете, что это? Блин, тут вообще народище. Вы что, тут стрелять, мне кажется... Бессмысленно. На жопу нас посадит чё. Бочки нахрен все поджигай, Игорь, блядь.
пока они тут не набежали, блядь. Гранату кто-то кинул, блядь. Световую, суки. Осторожно, горит. Держаться левой стороны. Надо выбежать, чтобы они подбежали поближе. Что-то я, по-моему, уже слишком ушел вперед, блядь, да? Меня сейчас тут накрячут, ну, за секунду, но ну. Мерзота вся эта, блин, вообще. Пожарище, блядь. Что тут натворили, мы, блядь, все разрушили, нахер, чертовы матери. Самолеты русские стоят. У них тоже вообще-то это звезды, блядь, китайцы там. Ах, дудка, где ты? Ай, блядь, да не эту дудку ты достал, тупица ты глупый, блядь. Ничего не достанешь, блядь, своевременно. Ну что ты на конь-то такой? Какая там дудка-то, блин? Вот она. То достается она, то не достается. Они всех убили, я пока я тут шлепу рылом своим. Кто там настукивает, блядь, не пойму. Стукач какой-то стучит. Опа, обменялись, блин. Да хрен, я захотел, чтобы у меня через решетку пролетело. Ну. Че, выходим и лупим их. Психической. Куда мы идем-то хоть, а? А, вот, все, я увидел. Все, пошли вы нахер. Что, я дудеть я буду? Давайте. Почему бы и нет? Что, клаксоны? Все сели, блядь. Может, она и не завелась бы, эта машина вонючая ваша. Да, вот они. Поехали, поехали. Едем. Бесполезно, я хотел подстрелить бензобак. Все это бесполезно, я специально так сделаю. Подольше мне подрочить туда. Куда ты? Блять, хотел другим рассказать. Вы заметили? Такой чертило, блядь. Сука, чуть не ушел, ведь, а. Да куда вы? Блять, какую-то свинью, пьяницу, блядь, посадили за руль. Блять, дайте я сяду лучше, на. Что за тупость такая, сел там. Ну-ка я посмотрю. Ничего не посмотрю. Кого я не увидел. Пак! Очнись! Очнись! Очнись, черт возьми! Пак! Не, да он живучий! Сейчас очухается! Ну же, черт побери! Пак! Там этажом! Ударно там было! Какого хера? Ах, ты ж ёб... Ни хрена не очухается. Берем этого. Извини, Рекер. По-другому нельзя было. Вот так как-то. Погрызло мне дали. Вот и все. Рекер. Рокер. Я был когда-то рокером. Мотоцикл я купил. Рокеры, мальчишки. Неконтролируемая чаном акватория осталась позади, доктор. Это еще не конец. Все нужны нам живыми и готовыми к бою. Насчет могильщика, сэр. Среди погибших их нет. Вот, блядь. Ну что же, ладно. Что еще? Если их поймали, то кого шанс? Если их схватил чан, то вряд ли мы их когда-нибудь еще убили. Деки чан какой-то схватил. Два
Ваше задание в Шанхае, сержант Рекер. Расскажите о нем. Зарычал этот барбос. Номер части? Какое у вас было задание в Шанхае? Кимбл Грейс, сержант! Оставь его в покое, ублюдок! А ты заставь меня, сержант! А чё они их не привязали, ни хрена? Я оторву тебе руки. Найду эту сучку. Нужно подпрыгнуть и за шею он одного так, второго. И её сраного мужа тоже. Её муж... По кукошкам за шею. Ты что, бредишь? Вы думаете, я такой тупой? Тот мужик в пинтах, я всё знаю. Значит, он всё ещё жив. Ваш корабль называется «Викири», да? Что? О чём вы, ваша мать? Вы понятия не имеете, кого привезли из Шанхая. Чё, я ничего не понял, чё ты там вякнуло? Понятно, теперь понял. Не хотел бы я оказаться на их месте. Ну и нечего лезть вообще не туда, куда надо. Но. Сидели бы дома, Рекер. Детей растили. Рекер, передёргивали они бы. Они говорят, тебя так зовут. Ты что-то знаешь о Цинце? Кто здесь? Я слышу, как они говорят о тебе. Я Цинце. Динь-динь. Говорят, ты что-то знаешь. Эй, сержант, очнись. Башку я уже кручу, это уже радует. Думаешь, твоя страна станет тебя спасать? Нет, ты сгниешь здесь. Что это за барбусин? Повернись сюда. Причин доверять мне у тебя нет. Но один человек может сделать не так много. Ну что ты? А, господи, смотрит на меня, а я на него таращу. Ну и парни ему. Не крепче своего слабого звена. Ты сильный. И тебе хватит сноровки выбраться из этого сраного места. И тебя с собой прихватить. Я тебе доверяю. Ты меня понял? Да понял уже, чё нахрен? Открывай ворота, армии бацилл. Черви вылезают из сырых могил. Последние часы своей жизни. Да чё он там чё делает? Чё ты делаешь? Разбираешь тут нахрен всё. А, он дыру хочет пробить. Пережил ядерный взрыв. У тебя, говорит, сил хватит выбраться, а он лупит стены, стены рушит, мужик ты. Как ты говоришь. Видите, что делает, блин? Сил у него нет, оказывается. А у меня есть. Что за той стеной? Снова тюрьма или свобода? Ты что, неинтересно? За мной! Черт! Смотри, куда руки ставишь. Лезь, давай. Ну что, лезь, ничего мне никто... Ничего не пишут ни хрена. Нажать надо, прыжок-ка я. Пары уже. Жду чего-то. Нужно прыгать. Барбара это. Мафию я заливал, вот этот голос озвучил Барбару. Никак этому мужику не подходит. После Барбары, по-моему, вообще уже никто не подходит. Ну, тупица, блин, виси давай уже. Еще не хватало ты. Какахи тут сейчас навалишь. Вместе со мной. Ну, давайте, ладно, на этом остановимся. Смотрю, вон за это, за памятка прошла. Вот такие дела. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.